Благоустройство двора на Ельцовской, 39, возьмет под особый контроль департамент энергетики ЖКХ. Местные жители пожаловались на то, что подрядчик без всяких предупреждений приступил к работам, а вскоре и вовсе остановил их. В результате жильцам оставалось только догадываться о планах рабочих и пробираться домой по летам. О причинах Александр Потенихин. Асфальт сняли, бордюрные камни выкопали. Пройти к подъезду можно только по хрупким деревянным поддонам. Во дворе на улице Ельцовской благоустройство началось неожиданно. Мы не знаем, что происходит. Пока ждем. Будут ремонтировать, я надеюсь, красоту наводить. Паспорт объекта подрядчик установил только спустя несколько недель после начала работ. До сих пор собственникам оставалось только гадать, что именно будут делать в их дворе. Вскоре благоустройство и вовсе поставили на долгую паузу. Конечно, это неправильно, потому что все работы должны производиться, согласование жильцов, но хотя бы нашу управляющую компанию поставили бы в курс. Они бы нам в любом случае предоставили какую-то информацию, мы бы хотя бы подготовились. Вот. Сейчас просто-напросто на 3 недели поставили, и так у нас тут с парковками проблемы. Сейчас во дворе наконец-то начали устанавливать бордюры. Подействовали предписания и недавнее совещание с чиновниками мэрии. Так как подрядчик уже начал обустройство придомовой территории, принято решение не останавливаться. После завершения благоустройства проверкой займутся жители. Важно, что без согласия собственников работы не примут. Из-за организационной недоработки жителям не удалось узнать все нюансы благоустройства. После этого случая специалисты мэрии связываются со всеми старшими по дому, где проходят работы, и уточняют, есть ли паспорта объекта. В этом году у нас очень большое количество объектов. То есть у нас к тем городским деньгам, которые направляются на исполнение наказов депутатам городского совета, добавились деньги, которые сейчас пришли к нам из области, из Новосибирской, на исполнение как раз наказов депутатам законодательного собрания. Несмотря на трудности, все работы обещают выполнить в срок. Во дворе полностью заменят асфальт, сделают новые парковочные карманы и пешеходные дорожки. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.